После короткой паузы мы возвращаемся в Кардифф на снукерный турнир Welsh Open. Первый раунд у стола два английских игрока. Том Форд, которого вы только что видели крупным планом, и всем хорошо известный Ронни О'Салливан. Нам показывают второй стол, где Джо Перри играет с Энтони Макгиллом. Встреча проходит в равной борьбе, счет 2-2. Сейчас на серии Макгилл, но, как мы видим, он отыгрывается, вводя биток за болкерную линию. Очевидно, в этом фрейме вся борьба еще впереди. Для тех, кто только что к нам присоединился, расскажу немного о ходе встречи за нашим столом. Первый фрейм выиграл Том Форд. Во втором Ронни сделал полусотенную серию 53 очка и счет сравнял. Затем мы увидели первую сотню от О'Салливана на этом турнире – 102 очка. Что касается четвертого фрейма, игра была очень напряженной. Победа могла достаться как одному, так и другому игроку. Чуть сильнее в итоге оказался Ронни О'Салливан. Счет 3-1 в его пользу. И теперь каждый фрейм может стать последним. Итак, проведен начальный удар. Будет ли виден левый красный? Форд проверяет. Похоже, что нет. И Том решает отыграться. Сильно разошлись красные. Биток встречается с коричневым, и, похоже, у Ронни есть атака. Атака в правый угол. Да, это ошибка Форда. Недоволен он собой. Итак, дальний удар от Ронни. Шар в лузе. Что с выходом? Хорошо идет биток. На синий, на нужную сторону. Ну что ж, сейчас, я думаю, пойдет атака О'Салливана. Что можно сказать о позиции? Прикрыт черный, не играется розовый, но есть синий и большое количество открытых красных шаров. На один из них Ронни уже вышел. И сейчас будет возвращать, да, нижний винт, биток на синий. Совсем расстроен Форд. Понимает, что к столу, возможно, уже и не выйти. Думаю, правый красный идет. Да, да, и с него снова, снова на синий. Есть еще три открытых красных. Думаю, Ронни постарается собрать то, что есть, а уж потом решать проблему черного и пирамиды под розовым. А куда выход? О, нет, ничего не получилось, и придется отыгрываться. Серия всего лишь 18 очков. Не густо. Я думаю, это отыгрыш. Вы знаете, нет, это попытка забить красный в зеленую лузу. Нет, не дорезал. Не дорезал и оставил. Форд видит этот шар. Достаточно недалеко он находится от лузы. Надо атаковать. Повторяют нам сложнейший удар Ронни. На немножко не дорезал. А в это время Форд уже начал свою атаку. Тоже на синий. Ну, может быть, и желтый здесь сыграет. Позиция непростая. Да и права на ошибку нет. Эх, не попал желтый, а ведь он был совсем несложный. Да, это звоночек.
Похоже, Форд расклеился. Может быть, чувство это Ронни позволяет себе идти на такие сложные удары, как мы видели в зеленую лузу. Понимает он, что соперник, скорее всего, не накажет. Кстати, очередной непростой удар для Ронни. И со второй попытки шар в лузе. Бросил взгляд на низкость пирамиды. Видимо, подбоя не будет. Да. Six. Теперь на розовый. И надо что-то подбивать. Seven. Открытых красных больше не осталось. Но здесь натуральным ударом биток идет в скопление красных. И очень удачно один из них покатился в сторону лузы. А что случилось? А, проверяет арбитр встречи, становится ли розовый на свою отметку. Он не должен касаться красных. По-моему, все в порядке. Да, все хорошо. А вот что Ронни высматривал? Может быть, там плант есть? Да, действительно, нашел Ронни плант. Его и будет играть. Розовый освобожден, как и три красных. Плюс один у левой лузы. Да, перевес пока не очень большой. Но позиция раскрылась, и боюсь, что Форду рассчитывать на продолжение борьбы не приходится. Уже забит розовый. Есть простой красный у левой лузы. С него элементарный выход на розовый, и атака пойдет своим чередом. Ну, тут позиция как на разминке этих трех красных и розового. Только что черного нет. Очередной выход на синий. Ну и после него еще есть два простых красных. Да, а что у нас с перевесом? На 57 очков Ронни впереди, на столе 67 и, судя по всему, розовый матчбол. Розовый простой. Нет, рано аплодисменты. Вот теперь, а теперь тишина. Странная реакция трибун. Сыгран, Форду не хватает 5 очков, это 2 снукера, но позиция очень плохая для того, чтобы догонять. Красные стоят очень плохо, черный закрыт, что делает Ронни? Пытается забить сумасшедший шар в середину, не попал, и Форд сдает фрейм. Да, победа Ронни, О'Салливана 4-1, он выходит во второй раунд, где его ждет Марк Дэвис, который, в свою очередь, обыграл в непростом матче игрока из Китая Ли Хана со счетом 4-2. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Любите снукер, играйте в снукер и, конечно же, смотрите его на канале Евроспорт.